Работать на благо Севастополя. С такими словами по итогам единого дня голосования к новому составу законодательного собрания обратились представители партии «Единая Россия». Пресс-конференция с их участием состоялась до оглашения официальных результатов выборов в городской парламент в 22 часа по московскому времени. Я понимаю, какие серьезные задачи стоят перед теми, кто войдет в новый состав законодательного собрания. У нас очень много вопросов, которые нужно решать. И это и социально-экономическое развитие города, и общественно-политическое. И мне очень хочется верить, что те люди, которые войдут в законодательное собрание, они будут искренне служить Севастополю, его интересам. И будут в этом смысле единой командой. И, конечно, единой командой с исполнительной властью. 8 сентября севастопольцы выбрали 24 депутата законодательного собрания второго созыва, 8 депутатов по одномандатным округам и 16 по спискам политических партий. У меня вот большое желание или надежда на то, что вот с новым составом законодательного собрания станет в городе так же, как у нас было в 2014 году, что мы будем единой командой, вот как кулак, вместе, и уйдут в прошлое. Непонимание между исполнительно законодательными властями, идут в прошлое все конфликты, и город станет динамично развиваться.